Друзья, всех рад приветствовать. Находимся в BMW Drive. И смотрю я на эту красоту и понимаю, какая же отличная работа у Ивана Крановщика. Мне кажется, крановщик — одна из самых интереснейших профессий, потому что ты находишься на вершине мира, друзья. Мы наблюдаем вот эту картину на высоте 300 метров. Если быть точным, 270 метров, друзья. Прямо под ногами мы управляем этой огромной штукой. И у Ивана Крановщика на сегодняшний момент обед. Обед. А когда Иван кушает, он кушает достаточно быстро, у него остается очень множество свободного времени. И, естественно, человек хочет заработать. Он работает на такой огромной машине. И что, друзья, пришло Ивану в голову? Я не знаю, было ли у кого-нибудь когда-нибудь в голове мысль покачаться на кране. На строительном кране, разумеется, друзья. Вы только вдумайтесь, покачаться на кране. У нас высота 300 метров. У нас длинные стальные троса, длина которых составляет, ну, приблизительно тоже около 100 метров. Все это дело ведет на крышу небоскреба, откуда и будут сегодня отправляться вниз наши счастливчики. Почему счастливчики? Потому что что-то мне подсказывает, что подобное никому делать не приходилось, и это будет самый первый запуск. Самый первый человек, который отправится покачаться на кране. 500 рублей стоит, друзья, этот запуск, и мне кажется, что это очень даже безопасный аттракцион, поскольку, ну вы сами понимаете, какие стальные троса здесь. Обратите внимание, это раз. Строительный кран, который поднимает невероятно огромный вес, это два. Ну и маленькая машинка, тем более АвтоВАЗ, это три. У нас уже был ролик со строительным краном, маленьким, правда, он не смог выдержать автобус, но до автобуса, как говорится, нам еще далеко. Какая у нас будет конструкция, друзья? Мы, значит, будем закреплять вот этот вот дополнительный тросик, да, чтобы было удобно, так скажем. Будем этот тросик цеплять к основному крюку, как вы понимаете, да? И все это дело запускать вниз. Единственное, конечно, да, я пока не рассчитал, пока не понимаю, друзья, математических расчетов не делал. Нам нужно, блин, чтобы не задеть это все дело. Потому что, сами понимаете, я бы потратил бы 4-5 часов, чтобы это все рассчитать. Поэтому я просто наугад сейчас вот сюда вот закинул крюк, поставил машинку, и у нас будет первый запуск. Будет он успешный или нет, я не знаю. Но, как я и сказал, я уверен, что все пройдет гладко и хорошо, если, конечно же, только мы не врежемся в здание. Наша задача, друзья, это... Ну, мы будем переходить к весу повыше, разумеется, постоянно, да? Сейчас же задача, друзья, наша увеличивать вес, и чтобы все сегодня прокатившиеся на этом кране, пока у Ивана обед, были рады и довольны этим полетом. Наверное, будет правильным решением цеплять все это дело за крюк, да, непосредственно, чтобы именно он тащил. Но момент запуска может быть не совсем корректным, так сказать. Я его не продумал, я не знаю, каким образом запускать. Поэтому если машина зацепится за здание, то у нас будет печально. Но будем пробовать. Я сказал, это первый запуск, друзья. Первый запуск. Ничего не знаю, как получится, что получится. Но, по-моему, это будет очень интересно сейчас. Ну что, друзья, все готово к испытанию. Мне просто остается отпустить сейчас, и все начнется. Я надеюсь, что ты заплатил 500 рублей не просто так. 3, 2, 1. Поехали. Так, аккуратненько. Ой-ой-ой, я так и думал, друзья. Я так и думал, что этим все и закончится. Ладно, живой пока. Самое главное, живой. А машина, как говорится, это мелочи. Как полетит сейчас? Вот цель, чтобы он просто не разбился. Я надеюсь, я рассчитал. Только не первое здание, пожалуйста. Пожалуйста, давай, проходи. Так, уходит, хорошо пока. Хорошо, живучий еще. Нет, не рассчитал все-таки. Блин, нет, не рассчитал. Но, может, пронесет, а все-таки. Заденет, задеваем. Багажником, блин, взрыв, бензин полился. Вот это вообще не расчет, вот что. Ну, хотя бы на крышу залети, нормально. Потому что это какой-то человек-паук, честно говоря, получается. Ничего, нормально пока. Остановочка небольшая. Об здание, удар получает. Кошмар. Блин, отрыв. Все, отрыв. Еще и... Господи. Ой-ой-ой-ой-ой, придавило. Не говорите мне, так что? Только, это же жига всего лишь. Из-за нее нет, скорее всего, из-за того, что об здание ударился у нас крюк. Скорее всего, по этой причине у нас и повалило весь кран.
Слушайте, ну я уверен был на 100%, что первый этап будет успешный. Но, к сожалению, огромный кран повалило вниз, кран падает на город, сминается. Слушайте, ну это определенно один из самых страшнейших аттракционов, тем более уж за 500 рублей. Хотел бы я сказать, что что-то осталось от водителя, но вы сами все прекрасно видите, учитывая, что крюком еще сверху человека добило, прилетел он на эту же стройку, нам нужно рассчитать так, чтобы с этого здания он полетел вот здесь вот, понимаете, да? То есть вот пролетел он между зданиями. Я вот так конкретно рассчитывал. И в принципе, ну вот наполовину уже получилось, да? И чуть-чуть не хватило, буквально чуть-чуть. В таком случае, друзья, ну давайте возьмем машинку немного попрочнее. И на этот раз я, наверное, все-таки постараюсь настроиться. Посмотрите, как он быстро еще отрабатывает. Вниз опускаем трос до самого низу. Но нам нужно рассчитать. Это очень тяжело, друзья, сделать. Поэтому что получается, то и получается. Это все долго. Поэтому я надеюсь, что вам это все понравится. Ну, а мы, собственно, сейчас настроимся и будем запускать. Ну, второй запуск, а что делать? Нужен хотя бы один успешный. Разумеется, я не буду сейчас что-то тяжелое вешать, да, никаких там автобусов сейчас речи не идет, ни в коем случае. Сначала легковые автомобили, когда уже протестируем на одном легком автомобиле успешно, тогда уже можно говорить о чем-то тяжелом. Вот примерно, наверное, так, повыше, повыше. Обязательно, чтобы он пролетел, вот, вот, чтобы он пролетел как раз-таки по вот этой вот улице. В принципе, получиться должно. Страшная картина, но, друзья, рассчитываю как могу. Так, ну что, поехала. Машиночка, друзья, пошла. Смотрим полет. Кстати, вот сейчас запуск очень хороший получился. Главное, чтобы не задело сейчас еще об здание. И об крюк тоже. Не-не, в полете. Так, хорошо. Хорошо. Вот, идеально. Давай, над улицей прям. Да куда? Черт, два трупа. Со всей силы удар. Опять, скорее всего, сейчас кран разрушится. Друзья, я не могу попасть. Вот вы понимаете, да? То есть он бы идеально пролетел, было бы красиво. Но на этот раз, смотрите, кран даже... Ага, хотел сказать, что он не развалился, но на самом деле очень серьезный удар об здание, видимо, к сожалению, приводит к обрушению крана. Но он, кстати, полностью не упал. У него просто стрела загнулась и повисла на самом верху вместе с кабиной, как я понял. Или сейчас отвалится. Опа, разваливается потихонечку. Иван, ну что ты опять наделал? Ну что ты здесь устроил? Все, полетел, по-моему. Нет, еще пока живой. Все, держится здесь, на огромной высоте. Чудом кран не упал сам. Но, к сожалению, друзья, второй запуск, при этом запуск пятнашки с двумя телами, со всей силы пришелся удар. Сами видите последствия, то есть можно сказать, что на этом смертельном аттракционе погибло уже 3 человека. Но практически получилось, мне кажется, нужно немножко поменять позиции и более точно все настроить. Так, ну как я понял, друзья, пришло время взять машину чуть-чуть покрепче. Сейчас у нас четверочка. И попробуем, ну, с дружбаном от первого лица. Так, двое в машине, забываем. И дело пошло. Ой-ой-ой-ой. Блин, запутался. Вижу, лечу. Так, машина летит, все настроено, господа. Настроено практически идеально. Так, пролет по улице. Практически получается. Давай. Хорошо, пролет пошел. Так вот, ой, хорошо. Вот этот пролетик. Блин, ну почему? Ну давай, может быть, как-то подкинет его, а? Может, как-то уйдет все-таки со столкновения вот этого. Ну, пожалуйста, в сторону. Молодец! Отлично! Отлично! Вот! Я этого добивался! Вверх! Качель пошла! Все. Слава богу, получилось. Живые. Да, немножко тряхануло. Но ничего страшного, главное, живые. Так, уходи, да что? Господи! Ну куда? Ну ж все же было по плану. Все же было красиво. Опять, что ли? Опять развалился. Третий раз опять разваливается. И опять, кстати говоря, повис. Иван остается наверху, блоки бетонные летят вниз, еще убивают несколько человек. Но, к сожалению, друзья, очередной запуск у нас опять два трупа. Так, ну что, господа, сейчас взял машиночку чуть-чуть попрочнее, посмотрим, что будет у нас с Ладой Приорой. На этот раз, друзья, трасса низко не опускал. Хочу, чтобы просто пролетело, посмотреть, как это будет работать. Мне кажется, надо было это сделать с самого начала. Итак, Приорка запускается. Ребята, держитесь. На крюк немножко попадаем, ничего страшного. И... Да ну, не может быть. Да ну, бросьте! Я серьезно! Я выставил высоко, чтобы она пролетела. Ребят, живые? Нет, я выставил реально высоко. А, все, я понял, почему, друзья.
Вот сейчас я понял. Когда у нас приора полетела, слишком большая нагрузка, видимо, на стрелу, скорее всего, да, сказалась. И, по всей видимости, стала ниже. Вот почему. Вот почему. Я сейчас только это понял. Боже, вообще не получается. Вообще не получается. Я не знаю, что теперь делать, друзья. 500 рублей-то я заработал, это понятно. Но вопрос в другом. Когда у нас получится, в конце концов? А вот Иван... Ивану тоже досталось, я так понял. Итак, господа, на этот раз я решил взять машинку чуть попрочнее и попробую зацепить сразу же крюком, потому что у нас веревка удлиняется, может вообще из-за нее все. Сейчас попробуем хорошенечко подцепить за край автомобиля. Так, а здесь куда зацепить-то ее, ё-моё. Давайте куда-нибудь за колесо, может быть. Не знаю, безопасно ли это, конечно. Надеюсь, безопасно. Поехал. Ой. Куда ты? Подожди. Рано. Рано, колесо не заплатило. Блин, напрямую крюком, друзья, мы только машину ломаем, поэтому все-таки способ будем использовать старенький, но верный. Итак, поехали. Также два человека в машине. Полетело, пожалуйста. Ну, хотя бы Рено Логан. Красного цвета 20 века. Пожалуйста, хотя бы ты, давай. Высота, ну кран выдержит, нет? Или опять? Опять складывается, что ли? Держит! Вот оно! Все, наконец-то! Все. Выдержал. Держись, кран! Только не заломило, чтобы его, главное. Вот оно, друзья, все, полетел. Вот про этот аттракцион я и говорил. Наконец-то он удался. Вот это я называю аттракцион. Вот здесь почему-то хватило, да? У него сил, не сломался он хотя бы, слава богу. Опять же, над крышами. Но, в принципе, и не получил, кстати говоря, никаких серьезных повреждений. Прям это было очень даже красиво. Но, что ж, надо, наверное, попробовать его чуточку посильнее, что ли, раскачать, а? Если вы думали, уважаемые, что за 500 рублей это все, и вы остались недовольны, то вы, конечно же, ошибаетесь. Потому что сейчас, друзья, мы совершим, наверное, подобный прыжок, но с еще большей высоты. Мы, наверное, сейчас поднимемся выше, чем сам, собственно, этот кран. И в таком случае... Я думаю, будет интересно. Я думаю, стрела, скорее всего, обломится. Потому что стрела у него очень слабая. Я не знаю, как он там способен такие грузы перевозить там в несколько десятков тонн, да. Но здесь, к сожалению, у него стрела очень слабая. Так мы уже выше, по-моему, стали, чем то здание напротив. Еще выше поднимемся. Мы должны выше крана подняться. Вот это аттракциончик. Вот это я понимаю, друзья. И все это за 500 рублей. Неужели вы, друзья, не... прокатились. Учитывая, что сейчас, ну все, мы прошли испытания, да, понятное дело, что без смертей трудно было бы. Ой, мне аж самому страшно стало, друзья. Это какая высота? Это сейчас мы уже 300 преодолели, можно сказать. Это уже почти в полкилометра высота будет. Ой, что-то кран начинает закручивать, поэтому я, пожалуй, хорош, все. Отпускаем, полетели. Блин, что-то мне подсказывает, что выдержит, нет? Скорость 200 км в час. 200, держит? Хорош! Слушайте, ну это просто... Это Человек-паук. Это Человек-паук самый настоящий, друзья. Это невероятно выглядит. Было такое в Бимке? Я что-то такое, друзья, не припомню на самом деле. Это выглядит что-то с чем-то, но, опять же, вес увеличивать, конечно, можно, да, но вы сами должны понимать, что кран будет надламываться. Учитывая, что у нас от Жиги кран надламывался, а тут, если говорить уже и об автобусах, о маршрутках, можно попробовать, но, думаю, это... бессмысленно, мы только убьем людей. Но, слушайте, получилось. Я думал, что вот сейчас точно он упадет, но настолько везет. Я думаю, что мы даже обязаны его будем отпустить. Давайте, ладно, третье испытание для него подготовим. Третье, еще повыше, я думаю, попробуем, да? И в таком случае, если что, то мы его уже отпустим. Но на этот раз, господа, я уже себе позволил забраться еще выше. Мне кажется, скоро я вообще не увижу внизу. Ой-ой-ой-ой. Что-то я очень высоко забрался. Внизу я вообще ничего не увижу скоро, мне кажется. Мы уже в стратосферу попадем. Все, хватит издеваться. Все. Вот это... сейчас удар будет сильно. Сейчас сильно очень удар будет, не знаю. Мне кажется, что сейчас что-то будет... Ой-ой-ой. К сожалению, я не... Плохо завязал. Скорость 340 км в час. Кран у нас, разумеется, от такого удара разваливается. Ребята, не прошли третье испытание. На скорости 350 км в час падают на асфальт. Разумеется, ну, да. Да, серьезнейшая авария. Хотел отпустить. Причем мягко-мягко отпустить их. Выдержал, нет? Нет, ну, конечно. Даже кран разрушился. Все, Иван, хватит с тебя вот этих вот смертельных аттракционов.
Мне, честно говоря, они не понравились. Вот честно. Я думал, что сработает. Ну, это было 50 на 50. То есть сработает, не сработает. Вроде кран, вроде мощь. Но, к сожалению, друзья, в итоге этот аттракцион оказался абсолютно непрактичным. Абсолютно непрактичным, но в принципе мне кажется, что в любом случае круто, что мы это сделали, проэкспериментировали. Если вам этот эксперимент понравился, то, друзья, ну, пожалуйста, вы лайк свой поставьте, поддержите этот ролик. Также пишите свои интереснейшие идеи, а я обязательно рассмотрю и самые крутые буду реализовывать. Ну, а я каждого из вас благодарю за просмотр, желаю всем удачи и всем пока. Пока.